Ремонтирует двигатели, строит самолеты и прочно занимает лидирующие места в отечественном сегменте малой региональной учебной и беспилотной авиации. Уральский завод гражданской авиации готов предложить рабочие места выпускникам Иркутского политеха и даже персонально презентовать свое предприятие студентам РНИТУ. Вроде бы и не близко расположен, даже по российским меркам московские вузы поближе будут, а приехали в Иркутск. Очень хорошая подготовка у них. И потом многие руководители хотели бы их видеть у себя на работе. Политеховцев на УСГА готовы брать десятками. У предприятия масштабные планы на собственное развитие, на производство российской малой авиации, потребность в которой растет с каждым днем. Завод – участник государственных программ повышения транспортной доступности российских регионов. У нас сейчас новые 4 вида техники в разработке. Это очень интересно поучаствовать в данных проектах. Плюс, не будем скрывать, есть социальная часть, мы компенсируем найм жилья, у нас есть медицинское страхование, очень большая развитая социальная жизнь. Ребята соглашаются, действительно интересная социальная программа, интересные проекты, хотя и не такие масштабные, как МС-21 Иркутского авиазавода, но в любом случае готовы отправиться на практику и лично убедиться в уральских преимуществах.